Так, небольшой обзор фонаря налобного. Его когда-то купил до, ну, так сказать, в пиковые моменты отключения электричества, пользовался активно. Теперь решил сделать обзор уже по результатам, так сказать, всех впечатлений. Ну, по характеристикам, 600 мАч батарейка. Казалось бы, мало, хотя светит он достаточно долго. Диаметр 46 мм, 3 режима, 1 Вт мощность. Согласно и описанию, которое приведено на коробке, значит, здесь Lighting, в общем, Strong Light, мощный свет 2 часа, General Light, среднее освещение, основное 4 часа, и Flash, это в режиме мигания 12 часов. На самом деле, может быть, потому что он новый, то светит он гораздо дольше, чем указано в паспортных данных, в описании, где-то часа на 2, на полтора дольше. Это плюс его. Теперь дальше. Открываем, смотрим, что с ним идет в комплект. Вот такая вот зарядочка интересная. Заряжается от любой зарядки USB. Здесь вот такой вот штекер. Втыкаем его вот сюда. Вот сюда мы направляем и заряжаем. Очень хорошо заряжается, кстати, от пауэрбанка. У меня есть пауэрбанки, естественно, достаточно мощные. Режимы переключения идут вот здесь. Это обычный, ну, в смысле дальний, средний и мигающий. Здесь внутри находится сам аккумулятор. Вот внутри он как бы не разборной, но на самом деле тут есть отверточки, вернее шурупчики, винты, как там лучше правильно будет сказать, я не раскручивал, крестообразная тонкая отвертка, можно раскрутить, посмотреть. Я думаю, что там можно будет и поменять сам аккумулятор. Теперь вот эта вот штука, так сказать, ее крепление можно регулировать жестче, плавнее. Вот здесь вот винтом регулируется. Из минусов, вот этого вот самого ремня, если у вас достаточно крупная голова, то его будет не хватать. Как вы видите, я тут на самый-самый максимум его отпустил. Ну, у меня голова не очень большая, поэтому мне, в принципе, достаточно. Даже поверх головного убора, поверх я надеваю, и, в принципе, все нормально. Из минусов, который, в принципе, может казаться и плюсом, по большому счету, как вы видите, вот здесь вот один светодиод находится. То есть, если он... значит, в чем минус заключается? В том, что этот светодиод, он дает посредине, вот у вас большое пятно освещения, и вот этот светодиод, он дает маленькую такую белую точку посредине. И она, в принципе, вот тут никак не регулируется. Ой, сейчас, секунду. Никак не регулируется. Нельзя ее расширить, как на фонарике, или уменьшить, да? То есть она как есть, эта точка, так и есть. Это как бы минус. Но с другой стороны, вот эта точка, она очень-очень далеко светит, на несколько сотен метров. То есть я вот ночью пробовал, тут, к сожалению, расстояние не указано максимальное, но я пробовал ночью светить, там дома освещать. Реально я не ожидал такого эффекта. Светит, ну, на несколько сотен метров. Это действительно так, это правда. Вот. Что еще могу сказать? Это гарантийный талон, я его брал, в розетке покупал. Вот. Стоимость его, если тут чек сохранился, сейчас я скажу, сколько он стоил. 369 гривен он стоил. Вот. Забирал его в пирамиде, по-моему, да. Дарнинский район, Мишуги 4. Да, это пирамида. Вот. 369 гривен его стоимость. Ну, я вам скажу, что по большому счету, как по мне, то фонарик очень удачный. Что еще очень хорошо, он легкий. То есть на голове он, когда вы головой шевелите влево-вправо, он не болтается туда-сюда у вас на голове и не слетает. И в то же время не обтяжи, как это будет по-русски, я уже забыл. Ну, в общем, не нагружает вам голову и не давит на лоб. Это очень большой плюс, весит он очень-очень мало. Я даже не знаю сколько, тут, по-моему, не написано. Может быть, на сайте в описании найдете его вес. Но он реально легенький, вообще легенький. Поэтому, в принципе, могу сказать по этому фонарику, что за свои деньги, опять же, если у вас небольшая голова, либо, может быть, если у вас есть такого плана ремешочки какие-нибудь, то вполне можно покупать. Я рекомендую, нормальная штука.